Сегодня мы будем говорить про технику инъекции инсулина. Кроме того, что мы должны знать, куда вводить какой инсулин, мы должны иметь еще понятие, что инсулин ни в коем случае не вводится в одно и то же место. При попытках вводить постоянно инсулин в одно и то же место, мы значительно усиливаем риск образования липодистрофии. Это осложнение инсулинотерапии, которое связано с тем, что мы постоянно травмируем одно и то же место. По этой причине существуют схемы, которые можно выбрать для себя самостоятельно и использовать ее на постоянной основе. То есть можно чередовать по кругу, можно спиралеобразно, зигзагообразно, буквой M, буквой W. То есть каждый для себя выбирает тот способ чередования мест инъекции, который будет для него наиболее комфортен, и он понимает, что этого принципа он сможет придерживаться постоянно.